Министерство юстиции проводит оперативные, плановые и внеплановые проверки в нотариальных конторах Южной Осетии. В республике функционируют 8 нотариальных контор, 6 из которых государственные, 2 частнопрактикующие. Начальник отдела по надзору в сфере адвокатуры ЗАГСа и нотариата Лаура Цхавребова рассказала о проводимых проверках. Плановые проверки проводятся раз в 2 года. Деятельность нотариуса, вновь приступившегося к нотариальной деятельности, проводится через 6 месяцев после наделения его полномочиями. На сегодняшний день отделом проведены 3 плановые проверки профессиональной деятельности нотариусов государственных нотариальных контор. По итогам проверок составлены соответствующие акты проверок, где отражены ведение нотариального делопроизводства, организация работы нотариусов в данных нотариальных конторах. В актах проверок отражаются конкретные замечания со ссылками на нормы соответствующих нормативно-правовых актов для устранения недопущений нотариусами их в будущем. Комиссии проверяются помещения нотариусов, режим работы, техническое оснащение, соблюдение правил хранения печати и штампов, информационно-нормативное обеспечение, соблюдение нотариусом законодательства, действующего в Республике Южная Осетия, соблюдение нормативно-правовых актов, утвержденных приказов и распоряжений Министерства юстиции. Для предотвращения ошибок выявленные нарушения обсуждаются сторонами на коллегии ведомства. Елена Газаева, Заур Устаев, Азиз Багаев. Информационный выпуск сегодня.